Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Геннадий Бабак. В очередной раз поговорим сегодня о автоматизации трейдинга на Forex и стратегиях RoboForex 2018. То, что вы видите сейчас, это мы работаем в режиме реального времени, это демо-счет, но я использую его сейчас не для того, чтобы показать, как, сколько там можно зарабатывать, а просто чтобы объяснить логику того, что я как разработчик как бы стратегии делаю ежедневно. Да? То есть, когда я, например, продаю какой-то набор стратегий, это может быть стратегии для рынка Forex, для рынка фьючерсов или акций, ну, мы сегодня будем только о Форексе говорить, да? То моя задача, собственно, не столько зарабатывать трейдингом, собственно, используя эти стратегии, сколько тестировать ежедневно, вносить изменения в код для того, чтобы те люди, которые стратегии покупают, у них же нет ни знаний, как это сделать, собственно, ни опыта десятилетнего, как у меня, и так далее. Рынки постоянно меняются. Поэтому я принял для себя решение, что все-таки буду я больше времени уделять отслеживанию того, что происходит в режиме реального времени ежедневно с текущим положением рынка, да, то есть то, что я делаю с утра, я просто включаю стратегию, которая у меня самая свежая, вот это RoboForex 2018. Например, этот набор стратегий, вернее, эта стратегия, она отличается от той, что показано в предыдущем видеоролике. Почему? Потому что в предыдущем видеоролике из 5 протестированных дней на бэктестере, да, вот прошлой неделе, у меня был один день убыточный, да, окей? Он не был там большим убыточным, но тем не менее. Я поставил себе задачу добиться того, чтобы убыточных дней не было вообще. И я над этой задачей ежедневно работаю. То есть, вот, у меня в таком режиме стоит этот автомат, и я слежу, смотрю, что можно улучшить в нем. Окей? Сегодняшние мысли. Смотрите, значит, было несколько входов. То есть это все в полностью автоматическом режиме. Вот по этим позициям на разворот машина стояла. Сработали стопы, да, по двум позициям, по доллар Канада и еврофунт. Окей? Причем еврофунт, в принципе, ну, позиции открывались на продажу. Вы видите, да, что здесь предсказать вот такое движение евро, ну, никто бы не смог. Но параллельно также было открыто несколько позиций в сторону, которые дали хорошее движение, и вот они сейчас продолжаются, это движение. Значит, что может сделать трейдер в этом случае? Если вы находитесь за компьютером, да, ну, то есть, во-первых, что я могу сделать изначально? Я могу вот здесь поставить Total Dollar Target, например, там 100 баксов для этого счета, или 50, или сколько там, в зависимости от того, какой объем, какая сумма у вас на счете, да, в процентном соотношении. Прибыль вашего дня, я могу выставить максимальный стоп-лосс дня, и пошел себе заниматься своими делами. Окей? Но если вы в период, когда что-то происходит, находитесь за компьютером, вы можете, ну, например, вот здесь я вижу, что да, ну тут мы уткнулись в 200-ю EMA, соответственно, скорее всего, что они будут там стоять, ну, что я бы по этой позиции не доливался. Что я могу сделать по этой позиции? Можно посмотреть, куда идет движение, и можно краткосрочно заливать. Что имеется в виду? Вы уже в плюсе, да, и позиция активно двигается. Вы по-любому в плюсе здесь уже. То есть вы можете увеличить эту позицию руками, причем здесь сама система позволяет сделать такие вещи, что я просто, например, то, что у меня открыто руками, оно будет фиксироваться в стратегии FXTrack, эти позиции, когда они откроются. То, что у меня открывалось машиной, будет фиксироваться в позициях, которые открывались по стратегии, вот здесь. Но я также могу нажатием одной кнопки, вот S, Add, я добавляю те позиции, которые я открыл руками, в стратегию, она все там поменяет, подтянет и так далее. Вы видите, здесь стоит без убыток, также стоит trailing stop и так далее. То есть, если в этот период времени вы находитесь за компьютером, когда идет движение, да, и вы хотите там, грубо говоря, поучаствовать поглобальнее, посерьезнее немножко, то вы можете это сделать таким вот образом. Например, здесь 0.7660 стоит такой какой-то уровень. Ну, я могу здесь поставить позиции, кусочки позиций на закрытие, да, часть прибыли, просто покликав вот так вот мышкой. Для того, чтобы вся позиция была в работе и закрылась часть позиции раньше.
То есть это полностью автоматическая стратегия, но в тот период времени, когда вы, вот, например, как у меня тут два монитора параллельно, ноутбук стоит, я себе занимаюсь своими сайтами, блогами там, и так далее, криптотрейдингом, и я параллельно отслеживаю ситуацию. Окей, я вижу, что да, окей, у меня две позиции пошло по стопам, не проблема, но две позиции идут активно, дают активную прибыль. Оп, я могу обратить внимание и поработать с этими позициями. Опять же, если есть желание, да? Потому что, по идее, в чем преимущество автомата? Если автомат настроен правильно, то за определенный период, то есть за его цикл, да, он должен выводить позиции в плюс. Или практически в плюс, или в хороший в плюс, да, или в незначительный минус за счет волатильности. Но если робот настроен правильно, автомат, да, никак по-другому быть не может. Собственно, он так и настраивается. Его на бэк-тестерах тестируют до тех пор, пока за период времени он не дает ту прибыль, которая, в общем-то, перевешивает убыток за тот же период времени, да? Другой вопрос, что, конечно, каждый день не похож на предыдущий. Именно поэтому роботы или устаревают и прекращают давать прибыль, или приходится работать с ними как с полуавтоматами, ну и так далее. RoboForex в данном случае, с учетом того, что у нас есть уже огромный опыт работы, имеет большие преимущества. Вам не нужно быть программистом для того, чтобы использовать эти стратегии. То есть два варианта. Вы можете купить RoboForex, там 500 баксов стоит, и я настрою его для вашего счета. Недельку с вами поработаю, чтобы вы понимали, как этим всем пользоваться, и пошли себе дальше, да? Вот. Но второй вариант — это полный коучинг, это уже дороже. Полный коучинг стоит 1600 долларов, но это вы тогда будете уметь эти функции подставлять сами, делать все то, что делаю я, да? Можете начать с простейшего варианта за 500 баксов. Для счета в 3-5 тысяч долларов вы эту сумму в принципе за месяц должны отбивать. Опять же, в зависимости от того, как вы будете использовать плечо, потому что все, что здесь нужно делать, здесь я просто меняя вот эту цифру здесь в сумме, меняется все, все остальное меняется автоматически. Входные лоты меняются автоматически. Тейк-профиты тоже меняются там автоматически, да? А вот, ну вот такое сегодня небольшое обновление по роботу RoboForex 2018. И вы можете посмотреть немножко детальнее об этом роботе по ссылке, которую дам внизу в описании к этому видео. Если будут конкретные предложения, вопросы, выходите на связь со мной по скайпу Геннадий 3881, и мы с вами рассмотрим конкретно ваш случай.